Дворовая территория многоквартирного дома, расположенного по адресу Гоголя 68, давно нуждалась в благоустройстве. И неспроста. Несмотря на то, что дом находится в центре города, состояние двора оставляло желать лучшего. Здесь отсутствовало хорошее асфальтное покрытие, не было пешеходных дорожек, кроме этого существовала необходимость оборудования дополнительных парковочных мест. Жильцы дома подчеркивают, что ждали благоустройства своей территории долго. Очень долго ждали, смотреть было так отвратительно на этот двор. Живем в центре, рядом с Советской, красота кругом сделана, а у нас было вообще невозможно. Очень много ездят машины туда-сюда, по кругу и выезжают к школе. Вот. В общем, очень долго ждали. Я вот тут и цветочки высаживаю, все делаю для того, чтобы красиво было во дворе. Но наконец-то что-то прояснилось, и у нас двор будет, наверное, самый красивый. Сейчас здесь ведутся работы, направленные на создание комфортного проживания. На данном этапе проводится улучшение дорожного покрытия и замена бордюров. Далее планируется начать установку новых лавочек и урн. На данной дворовой территории проводится благоустройство. Будут выполнены работы по замене асфальтного покрытия, устройству пешеходных дорожек, а также это КУП Брестская ДЭП, эти работы будут выполнены. Также будут выполнены жилищно-эксплуатационной службой работы по установке новых лавочек и урн. Также будут устройства нового асфальтного покрытия и с оборудованием дополнительных парковочных мест. На данной дворовой территории производятся работы по замене дорожного и тротуарного бордюра, также устройство нового тротуара из мелкоштучной плитки. Также предусмотрена замена асфальтобетонного покрытия с устройством дополнительных мест для парковки автомобилей. Да, работы действительно очень много, но при благоприятных погодных условиях она будет выполнена в кратчайшие сроки. Однако важно отметить, что порядок и чистота во дворе зависит и от самих проживающих. Наталья Хомич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, Новости БукТВ.